Всем привет! Сегодня будем чистить гильзы кока-колой. Мы сложим наши гильзы в котелок, зальем кока-колу и оставим на недельку. А через неделю посмотрим, что получится. Расположил гильзы стоя, чтобы кока-колу налить и прямо она сразу внутрь попала. Затем мы его тряхнем через некоторое время, может через день. В общем, прошло 10 дней. По факту мы хотели 7 дней, сделали 10 дней задержку. Вот, смотрите, в общем, кока-колы количество испарилось. Вот. На стенках, вот по краям, образовался такой вот кристаллический налет, что-то вроде засохшего сахара. Гильзы наши стали вот такого цвета. Вот. То есть это вот с них стало смываться. Вот сейчас мы их с губочкой помоем и посмотрим разницу с теми гильзами, которые мы с уксусом чистили. В общем, поехали. Высыпаем. Одну гильзу здесь по секрету я уже начал чистить. Вот. В общем, что у нас осталось в нашем котелке? Такой вот она непонятный кристаллический остаток. Непонятно. Сейчас горячей водой попробуем его. Будет он очищаться или нет. Но сначала разберемся с гильзами. В идеале должны получиться вот такие гильзы. На седьмой день это я быстренько почистил и закинул ее обратно. Вот, то есть начинаем чистить. В идеале должны получиться вот такие гильзы. На седьмой день это я быстренько почистил и закинул ее обратно. Вот, то есть чистить. Вот смотрите, какой результат. Сейчас еще вот таким вот ёршичком внутри почищу с водичкой. Вот, в общем, наши гильзы. В общем, я не ожидал от кока-колы такого эффекта. Гильзы очистились все. На некоторых гильзах остались пятнышки. Но мне кажется, эти пятнышки как раз в тех местах, где гильза касалась котелка. Потому что на котелке остался какой-то такой налет шершавый. Я думаю, что этот осадок как раз таки и не дал от гильзы откиснуть лишнюю ссору. Помылись они легко. Мыл я их просто с абразивной губкой. Без моющего средства сначала. Потом добавил мыло просто потому, как брызги летели. С мылом не так брызги летят. Сейчас сравним с теми гильзами, которые я помыл с уксусом. Вот наши гильзы, которые мы варили с уксусом. Вот обратите внимание. То есть они чистые, но они имеют теперь вот такой вот медно-матовый оттенок. То есть они чистые, полностью гладенькие. Сейчас их все высыпем. Вот. И вот гильзы, которые мы почистили с кока-колой. Они прям золотые. Вот смотрите, разница какая. То есть правая гильза, то есть левая гильза почищена с уксусом, правая с кока-колой. В процессе чистки обнаружилось, что одна гильза у нас лопнувшая, имеет вот повреждение. То есть пока она была не чищена, можно было и не заметить, и снарядить. И в принципе при выстреле удар газов по лицу можно было получить.
Сейчас у нас в районе 50 гильз почищенных. Снимем сейчас видео про то, как будем снаряжать патроны. Ребят, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите, про что хотели бы посмотреть ролики.